На юге Польши разбился самолет с парашютистами. Он вез 12 человек, из них выжил только один. 40-летний мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Самолет рухнул в районе населенного пункта Тополев через несколько минут после взлета. Сейчас на месте крушения работают медики, пожарные исследователи. При падении самолет загорелся, огонь уже потушен. Очевидцы трагедии рассказывают, что вытащили 3 человек, однако спасти удалось только одного. По данным СМИ, самолет принадлежал частной школе по обучению прыжкам с парашютом. Причины трагедии выясняются. Одна из них – самолет был перегружен.